Всем доброе, бодрое, мокрое утро. Не знаю, видно вам или нет. Но у нас просто ливень. Денис уехал уже на работу, я его проводила, и я сама собираюсь. У меня сегодня сдача крови, в общем. Так, немножко прикрою окошко. Так что мне уже нужно быстренько собраться и ехать. Ну как на улице мокро сегодня. Все, я выезжаю. Быстренько доеду потихонечку. Быстренько потихонечку доеду. Вот, так что такой сегодня мокрый день, пасмурный, и хочется спать, как мешком ударенный такой. В общем, ну а мне сегодня еще по плану приготовить суп с фрикадельками и сыром, такой сырный фрикадельковый суп. И на второе макароны тель-тели с курицей и чесночком. Так что так, все, я поехала, надо сделать дела, и потом приеду, буду готовить. Все, я дома, я приехала, меня приняли даже раньше, чем надо было. И, знаете, быстренько она все взяла, аккуратненько. Да, и очень хорошо, потому что вообще я боюсь давать кровь из вены. Я вообще крови боюсь. Вот, то есть у меня сразу начинает кружиться голова, и я теряю сознание, если я смотрю на кровь. Так, как-то так. Вот, я помню, я один раз в Латвию, когда приехала в отпуск, и мне семейная говорит, иди сдай кровь. Я пошла, а там такая, знаете, она всегда брала, я помню ее с детства, кровь из пальца. А тут женщина, которая берет кровь из вены, она была в отпуске. И эта женщина, которая кровь из пальца берет, она заменяла ее. Вот знаете, у человека, вот если не твое, то не твое. Вот кровь из пальца у нее взять нормально. А из вены уже это не ее. И, в общем, она таким варварским методом взяла у меня кровь, что я вышла оттуда вся в слезах, соплях. Я ей сказала, что я в жизни больше никогда не буду сдавать кровь из вены. Никогда. Ну вот. Но здесь приходилось сдавать очень много крови из вены во время беременности. И, вы знаете, я с ними боролась. Я сказала, нет, я не буду сдавать. Я не хочу. Вы варвары? Она говорит, в смысле? Не, иди сюда. В общем, да, а знаете, еще когда просят практикантку взять кровь из вены, и она приходит, тыкает тебя и говорит, а крови нет? Ей эта медсестра говорит, в смысле нет? Ну-ка, отошла. Я говорю, нет, я больше не дамся, все, нет у меня ничего. Как бы, все, надо было раньше, попытка была. И вот, в общем, я с ними так боролась, я не давалась до последнего. Она мне эту ширмочку так закрывала и говорит, все. Я говорю, ну когда уже будете брать, сколько я уже здесь буду лежать? Она говорит, а все, мы уже взяли. То есть, знаете, у человека руки уже настолько натренированы, что просто не чувствуется. А вот когда такие вот варвары пытаются взять кровь, и ты там сидишь, и так уже тебе шатает, болтает во все стороны, ну как-то, ну не очень. Вот, тем более в Латвии нужно сдавать кровь на этот самый, на голодный желудок. Здесь нет, по желанию. Вот, но не столь важно. Иногда, если что-то там они хотят какой-то проверить что-то, то они говорят, да, на голодный желудок, а так нет, потому что кровь можно сдать и в 12 здесь, но ты же не будешь голодать до 12, правильно? Вот, как-то так, в общем, я сдала, я счастлива, без эксцессов, я улыбаюсь, я довольна, и пью свой второй кофе, я уже съела шоколадку, так что все, я себя побаловала, поощрила, я молодец. Слушайте, приехала туда, был дождик такой, но пока я доехала, он уже прекратился. Сейчас дождь опять обещают в 10 часов,
А вторая половина дня будет солнечная и ясно. И 20 градусов у нас на улице. Но не ощущается, что 20 градусов. Кажется, что больше. Знаете, как парка так. Все равно парка на улице. Свежо, но парка. Так, по моим ощущениям. Так что так, я пью сутер кофе, потом приступаю к приготовлению обеда. Супчик варится очень быстро, так что с голоду мы все не умрем. Все, я уже приступила к приготовлению супа. Нарезала морковку лучок. Порезала уже, почистила картошечку. Сейчас сделаю фаршик, добавлю яичко и специи, добавлю сольку, перчик. И все. И буду собирать супчик. Так что так, скоро у нас будет готов обед. A few moments later. Ну вот, супчик у меня готов. Все, мы пообедали. Я уже загрузила посудомоечную машину. Ой, против света не видно. Загрузила посудомоечную машину. Поставила хлебушек печься. Оно уже мешает. И да, все-таки я добралась до санузла внизу. И еще осталось наверху убраться. Самое долгое. Вот, как-то так. Все, день проходит. 12 часов дня уже. И по планам у меня что? Приготовить второе. Но это чуть попозже. И перемешиваем вот, что получается. Ужин готов. Просто сейчас перемешиваем. Можно добавить сушеный или замороженный укропчик. Всем приятного аппетита! Все, есть у меня готово. Макарончики готовы, все готово. Жду, пока испечется хлебушек. Осталось 37 минут. И все, я уже приготовила такую штучку, на которую я буду выставлять хлебушек, чтобы он остывал. И все, я здесь убрала, помыла плиту, все стоит, остывает, чтобы потом убрать в холодильничек. И все, здесь чистота. Кстати, хотела сказать про эти штучки, которые кладутся в стиральную машину, загружается белье и убираются, должны убирать шерсть. Но знаете, смотрите, что-то она собирает, вот эта штука, но не особо хорошо она работает. В общем, фигня полная опять. Хотя она липкая. Очень хорошо. Липкая такая прям. Вон, они даже друг дружке хорошо липнут. Почему они не собирают? Может, их больше нужно. Фиг его знает. Я уже устала искать. В общем, если у кого-то есть какие-то рекомендации, как можно собрать шерсть с одеждой, когда она стирается. Если есть вообще такие штучки, дрючки какие-то. То напишите, пожалуйста, где найти, чтобы они были действительно действующими, потому что те я просто выкинула. Эти что-то собирают, но не так, как бы мне хотелось. Как-то так. Все, смотрите, какой у меня хлебушек испекся. Красавчик. На улице распогодилось к вечеру. Ну, ветер поднялся, и тучки... Ой, господи, кот! Чуть не наступила на кота, как привидение ходишь, господи. Вот. Тучки разогнала, все разогнала, распогодилось, дождик закончился. День тоже подошел к концу, к своему завершению. Сколько там градусов сейчас? Ну, 23 градуса на улице. Что могу сказать? Очень хорошо, здорово и классно. Денис написал, что он задерживается. Ну, то есть, я не знаю, сколько он тогда приедет домой. И, наверное, я уже буду с вами сегодня прощаться. Смотрите, какая красота. Плаваю там. А, они голодные, господи, их тоже нужно покормить. Так что да, я сегодня буду уже с вами прощаться, говорить всем пока-пока.
И увидимся с вами завтра. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Почему-то стало мало комментариев под видео. Я же прошу каждое видео оставляйте свои комментарии. Даже просто заходите поздороваться, оставьте свой смайлик. Потому что это тоже очень помогает продвижению канала. Что не только просмотры, но и комментарии тоже нам очень помогают. Не забывайте ставить пальчик вверх, лайк. Так что увидимся с вами завтра. Пока-пока.